И одним из разделов является функциональный тренинг. Не кроссфит, а именно функциональный тренинг. То есть в зависимости от поставленной задачи мы подбираем физическую нагрузку, чтобы, грубо говоря, можно было выполнить поставленную задачу впоследствии и вернуться после ее выполнения. Универсальным снарядом в данном случае будет гиря. Гиря – это баллистический снаряд. То есть в первую очередь мы рассматриваем именно баллистику. То есть свободное движение. Можно, если нет у них материала, гантели либо штанги, можно рассматривать силовую нагрузку. Но отличительная особенность – это баллистика. Вынесен центр тяжести. Мы держим за край, центр тяжести находится вне. Поэтому все классические упражнения, к которым мы привыкаем, они уже будут несколько поиначе строить геометрию работы тела. То есть биомеханика будет чуть-чуть меняться. Сегодня уделим внимание одному важному упражнению. Это мах гири, все его разновидности, техника. И в конце рассмотрим тактику применения в процессе тренировки. То есть когда, зачем и почему. Главным элементом махи является присед. Что это значит? Мы задействуем не за счет наклона, не за счет того, что у нас плечи забрасывают гирю, а за счет того, что мы работаем ногами. То есть базово, вот мы взяли, лопатки свели, ягодицы чуть-чуть назад, и мы ровненько присели. Вот это базово формирующее движение. Да, чуть-чуть плечи у нас уйдут вперед, чуть-чуть таз уйдет назад, но чуть-чуть, потому что мы сосредоточимся именно на работе тазобедренного сустава. Ни в коем случае не одними плечами. Иначе будет происходить перегрузка поясничного отдела, грыжи, стирание позвонков, в общем, очень-очень грустно. Итак, для себя мы попробуем. Встали и присели. Максимально сохраняя вертикальное положение тела. Если техника верна, вес не опасен. Что это значит? Если мы делаем технически все правильно, мы можем спокойно наращивать вес. Нам будет очень тяжело, но при этом мы не опасаемся получить травму. Если же мы делаем чуть-чуть неправильно, то при определенном весе мы получим жесткую и серьезную травму. Вес не прощает ошибок. Именно поэтому важно на начальном этапе найти, как делать. Чтобы было еще раз понятно, как тренировать правильный сел. Находим некое препятствие перед собой. Это может быть стена. Что угодно. Становимся. И вот здесь приседаем. То есть препятствие не позволяет нам сильно кланяться. Заставляет нас двигаться строго в вертикальной плоскости. Это важный момент. Поймав и освоив этот элемент, мы переходим, соответственно, к самому маху. Первый это базовый мах. Чуть-чуть мы подсели. И за счет резкого скайп выбрасываем не руками. То есть фактически она находится в невесомости в этой позиции. Руки как веревки. Основная нагрузка ложится на тазобедренный сустав. Если я буду делать за счет спины, это сами понимаете, 50 кг это уже не нужно. Это тяжело, здесь нужно собраться, чтобы хотя бы даже махнуть. Именно поэтому вот я ее взял, и вот за счет ног начинаем с маленького, даже 8 килограмм, но идем на количество. Например, если вы сможете с каким-то весом выполнить 250-500 раз за один подход махи, то уверенно идите дальше. Хотя в пределах 100, 100 махов у вас получается, уже хорошо, и набираем вес дальше. Стремиться сделать 3-4 раза, но неправильно, не надо, потому что здесь можно будет травмироваться очень серьезно. Важна техника. Здесь мы рассматриваем с позиции диалектики. Количество переходит в качество. То есть на фоне усталости начинают включаться ненужные группы мышц, и вы начинаете уже работать именно так, как надо. Именно поэтому в наших технических тренировках мы работаем на количество. Не потому, что задолбаться,
хотя это тоже позитивный момент. Но главное отключить лишнее, чтобы тело само нашло, как правильно работать. Вариант обычного ног. Сейчас мы включаем так называемый локтевой ключ. То есть, кроме заброса работы тазобедренной группы, у нас включается плечи. Здесь мы можем взять акцент либо на переднюю дельту за счет опускания локтей вниз. То есть, мах, и мы опускаем локти. И вот у нас акцент пошел на переднюю дельту. Локти пошли внутрь. И, соответственно, локтевой ключ используя дальше, мы поднимаем локти, больше задействуя среднюю дельту. То есть обычный мах и локоть вверх. Но гиря идет от себя далеко, и здесь поднимаем локти. Американский. Его отличие в том, что здесь мы выводим полностью вверх. Но, не нагибаясь, здесь усилия приложить придется больше. Больше взрывной элемент. Вверху она фактически находится, опять же, в невесомости. В крайней точке гиря всегда находится в невесомости. Поэтому мы не держим ее жестко, а аккуратно придерживаем пальчики. Она должна скользить, поэтому гири с насечками вещь опасная. Просто сотрет руки. Усугубляем так называемый глубокий мах. Глубина заключается в том, что здесь наша задача коснуться гири пола за собой. Таким образом, мы садимся ниже, и у нас увеличивается нагрузка на ноги. Но! Коснуться и за счет ног выбросить, не руками. Сразу же выталкивание, да? Да. Продолжая вариант включения ног. Мах на противоходе. То есть в обычном варианте мы сели, выбросили. А теперь наоборот, выброс должен произойти во время приседа. Таким образом, чуть больше нагрузка у нас уходит на плечи. Выглядит следующим образом. Есть противовес. Если вы будете стремиться вперед, вас унесет гиря. А за счет того, что вы оседаете, как вы садитесь чуть назад, гиря перед вами, происходит более уравновешенное. Поэтому нагрузка на квадрицепс ложится гораздо больше. Так что учитывайте этот момент. Чем тяжелее гиря, тем больше вы можете отклониться, ну, не плечами, а тем больше вы можете осесть назад. Мах с протяжкой. Отличительная черта заключается в том, что гиря уходит не вперед, а двигается вдоль тела. Но не так локти. Таким образом, здесь больше включается средняя дельта, задняя, трапеция. Короче, весь вверх. Следующий момент. Но это тот же мах. Мы чуть-чуть сели, забавились. Повторюсь. Правильная техника, вес становится не опасен. Когда мы хотим усугубить вопрос, еще больше загрузить плечи, мы делаем этот же мах, но с дожимом. То есть, гиря у нас двигается вдоль тела сюда и продолжаем движение. Вот получается руки вниз. Но и опускаем вдоль тела. Подключаем ноги. То есть, опять же, еще один вариант нагрузки на ноги это мах с шагом. Но шагаем только в сторону. То есть мы. И отсели. Соответственно, у нас уже включается внешняя сторона бедра. Махи одной рукой. Опускаем. Нагрузка здесь уже ложится на одну сторону. Тем самым там нужно уже работать с мышцами компенсатора. По сути,
То же самое. Одной. И перехват. Другой. И вариант перехвата. Спина остается практически ровной. Никакого наклона. Здесь, опять же, в зависимости от необходимости, мы начинаем играться с разными участками плеча. Мы можем перехватить, когда ладонь смотрит вниз, когда ладонь смотрит в сторону. Это уже больше задействует средний бедро. И когда ладонь смотрит вверх. То есть подкидывая ладонь вверх, здесь мы уже задействуем связку. Грудную, плечевую. То есть три варианта. Ладонь вниз, ладонь в сторону, ладонь вверх. Махи одной рукой, но не вместе. Сложность заключается в чем? Чтобы не ударить себя по колену. То есть вот мы взяли, чуть-чуть подсели и выбросили. Опять же, вот забрасываем, вот мы перехватываем. Мах на выходе. Мы говорили о перехвате махи одной рукой. Становимся в позицию выпада. Нагрузка идет на переднюю ногу. Ей мы подсели на подъеме в махнуть. Либо перед собой, либо задаем угол. Снаружи, изнутри. Но вся нагрузка у нас ложится на переднюю ногу. В продолжение. То же самое. Мах задней рукой. Вот мы в позиции выпада. Это для варианта удара задней руки. То есть если сидя на переднем, это вот вариант удара укола передней рукой. То же самое задней. Мы как бы подкрутились и бросили. Опять же, все это делается ногой, не рукой. Сел на ногу. Выпрямился. Сел на ногу. И вот сидя на задней ноге, толкнуть себя вперед. И вернуться на заднюю ногу. И соответственно, объединяя эти два движения, мы получаем перехват. То есть фактически удар передней, задней рукой. Это могут быть боковые, это могут быть прямые или апперкот. Таким образом, с ноги на ногу, с ноги на ногу. Надо ловить вот тот импульс и поток, который она дает. На одной ноге сижу, на другую бежу. И вот в результате у меня работают ноги. Для удара это я вот вкладываю всю массу тела. Следующее. Все интереснее и интереснее. Двиги. Первый вариант условно назовем сумо. Так как кип две, ноги придется ставить шире. Держим за ухо, и подкидываем. Здесь у нас уже, соответственно, включаются внутренние. Те же варианты. Простой мах, американский, то же самое, что глубокий. Ну, противоход здесь не получится слишком широко. Но, повторюсь, широкая постановка ног. Двумя гирями, это когда ноги у нас вместе. То есть здесь чуть-чуть сложнее. Опять же, мы осели. Здесь важно, чтобы ноги были вместе. Совсем другой участок. Другие работают все-таки. Да. И вот здесь нужно внимательно, чтобы не зафигачить себя по колену. Возвращаемся к одной гире. Заброс. То есть более резкое движение. Чуть резче нам надо подкинуть гирю, чтобы ее поймать. Следующим образом. И толкая чуть-чуть вперед, мы ее сбросили. Не вот здесь. Нет, это неправильно. Раз. Два. Взрывное действие. Ногами взорвали. Она находится в этой фазе невесомости. И все, что нам надо, это ее подхватить и приблизить к себе. Потом, как бы отталкивая от себя, мы ее сбросим. Продолжение этого движения.
это рывок и толчок. То есть забросили, толкнули, опустили и сброс. Здесь у нас включается уже и передняя дельта, грудина и мышцы кора. Тот же самый вариант одной рукой. Ну, или одной рукой, или если две гири в руках, то двумя. Смотрите. Раз, два. Раз, два. Либо. Раз. То есть, пока одна невесомость, мы ее подхватили. И движением вперед мы ее поймали. Более простой вариант – заброс. То есть здесь нам нужен был для этого полужонглёрского варианта, он нужен был с равным усилием, но тем не менее. Делаем более простой вариант. Сели. Раз. Заброс. Сброс. Заброс. Вперед, сброс. Нет. Вот этот. Нет. Через мах. Раз. И сбросили. Здесь, вот мы подворачиваем. Мы подвернули, и вот она сама легла. И тогда она нас не бьет. И то же самое вперед. Раз. Заброс. Сброс. Видишь? Соответственно, следующий, как следующая генерация, это у нас заброс, жим, пустили. Забросили, выжали, пустили, сбросили. Все это можно повторить. Двумя одновременно. Как сложно? Более сложный вариант, увеличивающий нагрузку на предплечье и переднюю дельту, это когда мы делаем заброс и жим на попа. То есть. Но остальное у нас осталось, как и прежде. Через мах взяли, выжали, опустили, уронили. Жим, заброс на попа, и соответственно еще один вариант, это когда мы забрасываем сразу наверх, раз, опустили, сбросили, либо, но рывком забросили, опустили. Тут возможны производные. Опять же, после того, как мы забросили, самый простой это сброс вперед. Но вот тут начинают варианты. Например, сброс в обе стороны. Мы поворачиваемся. Раз, два. Раз, два. Забросили вперед по диагонали под 45. Толкнули и поймали. И другую сторону толкнули, поймали. Это делаем как одной гири, так и двумя. Здесь уже больше косые включаются. Поэтому делать надо очень аккуратно, чтобы не травмироваться. Вот мы забросили и начали. Либо. И вопрос уже координации. Работает вот этот участок. Работаем одной гири двумя руками. Мах с подтягиванием. То есть мы скидываем гирю. И пока она находится в горизонтальном невесомом положении, мы делаем к себе от себя. В данном случае будем работать лопатки. Соединили, выжили, уронили. То есть. Если с протяжкой мы делаем вдоль тела, то здесь это перед собой подтянуть, толкнуть. Рукой или двумя гирями. То есть, либо опять же с умом, либо здесь. Да, я покажу двумя. Соответственно, вот оно двумя.
подтянули, толкнули. Добавляем ротацию. Следующим образом. Ноги вместе. Гирю держим двумя руками. Но кидаем справа, с одной стороны, с другой. Она, да. Вот здесь важным будет подворот задней ноги на пятую, чтобы не скрутиться, не поломать поясницу. То есть вот раз, вы загасили, выкинули, погасили и рванули. За счет таза вперед мы рисуем треугольник. Треугольник. Но гасим за счет оседания осевой ноги. То же самое делаем одной рукой. Одной рукой перехват, другой рукой. То есть здесь у нас уже начинают больше работать косые мышцы и вкручивание таза. Но толчок опорной ногой у нас остается обязательным. Соответственно, проявлением этого движения у нас будут махи в сторону. То есть, когда мы вот в этой плоскости, представьте, что вы стоите прямо перед стеной, и вот в этой плоскости за счет поворота таза вы бросаете вправо, влево. Соответственно, как проявление, как генерация этого движения, мах через верх. То есть здесь мы ловили инерцию, ну, чтобы забросить, теперь мы это делаем чуть-чуть усилием плеч. Сели на ногу, и вот теперь эта нога вытянулась, и мы сели на другую ногу. То же самое мы делаем одной рукой, то есть одной рукой через низ, либо одной рукой через верх. Здесь больше нагрузка на плечевой сустав. Опять включаем ноги. Следующим образом. Выпад назад и вставая. Делаем мах. То есть здесь больше нагрузка ложится на одну ногу. Либо то есть забросили. Или наоборот, мы забросили, выжили и на сбросе сделали выбор. Пробуйте. Более сложный вариант. Мы делаем выбор. То есть самое, это либо мах. То есть мы делаем. Либо произвольно. Может быть с выпадом назад. То есть в простом варианте мы делали сначала назад, и когда встаем, да, то теперь мы делаем наоборот. Ух, мах, мах. Заброс, сброс, сброс. То есть уже реверсивно. Когда мы делаем выбор назад, гиря идет вперед. Дальше. Следующий производный будет карусель, который мы делаем для разминки плечевого пояса. То есть берем за ухо и запускаем. Вот, желательно вот выходить. Вот. Следующий вариант. Перехват под собой. Мы также держим за ухо. Сели перехвати. Сели перехвати. Не за счет наклона и сутуливания, а именно за счет оседания. Сели перехвати. То есть здесь та же позиция сумо. Да.
как в одну сторону, так и в другую сторону. Да? Как на месте, толкнули перехват сзади. И вот оно ложится, пяточку мы подкрутили. И вот как бы толчок ядра. Раз. Базовым будет присед, не наклон. То есть два главных упражнения с гири. Это становое и приседание. Но у нас основы для маха будут приседания. Смотрите еще раз по технике. Берем вот тяжелую гирю. Вот он присед. Это присед. Мы садимся. Это становое. Многие начинают делать мах за счет того, что наклонились и выбрались. То есть вот такое движение. Значит, поясница сейчас. Поясница будет в хлам. Если еще не было. Так как у меня грыжи, я это очень чувствую. За счет приседа. Не за счет становой тяги.